налево, а затем поверните направо. Поверните налево. Поверните налево. Навигатор мой перезагрузить, блин. Надо было выключать ночью, я его оставил включенным.
Роснефть, вот она где. Поехали. Через 300 метров поверните направо, а затем крутой поворот направо. Поехали. Блин, въезд запрещен. Поверните направо, а затем крутой поворот направо. Надо. Поверните налево. Сейчас. Сейчас посмотрим, что там. Так, сигареты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И бензин. Две с половиной где-то, короче. Две с половиной, нормально. Разберусь немного с обстановкой в автомобиле и тронусь. Идет мелкий дождь, пасмурно немного, но погода вполне комфортная. Позицию проверим. Поверните направо, а затем крутой поворот направо. Да что такое? Куда ты меня ведешь, подруга? Дни моих суровых. Перестроенный маршрут.
Я вот здесь развернусь. Запуталась ты, подруга, и меня запутала. Поверните налево. Ну что, бензин 49 рублей 10 копеек на сегодня. Стоянка охраняемая 90 рублей. Мне, между прочим, понравилось. Я опасался комаров, что съедят меня. Это не произошло. Ночью был дождик, побарабанил по крыше. Спокойно абсолютно. Ни собаки не гавкают, никто не приезжает, не орет, не стучит. То есть, как пролетела ночь, я не помню. Абсолютно спокойно. Перед сном посмотрел фильм. Уснул. Совершенно спокойно на парковке. Вообще, рассмотрите вариант останавливаться на ночевку не на трассе, там и машины шумят, и другие проблемы, а вот именно. Парковое движение. Второй съезд. Так, город посмотрим. Хочу посмотреть. Город как город. Вот дома. Сколько, пятиэтажки? Раз, два, три, четыре. Вот шестиэтажные дома. Не буду заезжать. Вот, этот, неудобство то, что такие вот стоянки небольших в городах, поселках, они немного в стороне от трассы. Нужно, вот, например, вот этот, сколько там, 13 километров было от трассы Кола. Такая ночевка впервые была, обычно на трассе останавливался. Вот. Ну а тут отъехал немного, вы знаете, мне понравилось. Интересный момент. Выписывает чек, квитанцию на 90 рублей, я даю 100 рублей. Она мне 10 рублей сдачи. Я говорю, на чай 10 рублей. Она, нет, 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 что вы? Нифига себе, я обалдел.
Доброго пути. Спасибо. Я опасался, что солнце будет в лицо. Но пасмурная погода, мелкий дождь. Дорога скользкая, так что будь предельно внимательным. Так, ну этот все гавкает у меня, радар-детектор. Он стоял, ждал. Нифига себе. Только сейчас повернул. Пропускал, что ли? Свободный диапазон, какие-то излучения непонятные. Фрибэн. Что интересно, вот это пиканье одинаковыми промежутками времени, то есть не приближается, не удаляется. Обычно, если стоят эти приборы ГИБДД, при приближении к нему пауза уменьшается, он чаще пикает. При удалении реже начинает пикать. А тут вот видишь, одинаковые пип, пип, пип. Так, бак полный на 840 километров, показывает запас хода. Ну, расход бензина из-за того, что ночью, ну, на привале перебрасывал видео. Это около 3 часов, наверное, видео перебрасывалось. Может, чуть поменьше. Может быть, часа два. Вот расход, средний расход показывает 12,5 литров на 100 километров. Thank you.
откровенно, я рад, что сегодня парковка была у меня в стороне от трассы. 15 километров, но мне понравилось. Как видите, стоянка была не асфальтированная, трава, все. Но в этом своя прелесть. Кстати, довольно-таки популярная она. Как популярная, не пустует. Грибник под дождь. Корзиной в лес. Так, о чем я говорил-то? Там сколько был 95-й, 49-10? Сейчас посмотрим, какой на трассе. Я прочитал сообщение Алексея Новикова. Многие, кто выкладывает в YouTube свои путешествия, вырезают стоянок, реверс, заправки, торчание пробок и так далее. Они мало информативны и намного увеличивают время просмотра. 12 километров. Принимаю. Принимаю к исполнению. Постараюсь так делать. Значит, приближаюсь к трассе Кола Р-21. Вот она, заправка с правой стороны. Да и стоимость здесь. Вот, ну, тут останавливаются только фуры. Ну, для маленьких машин тоже есть место, но здесь я неплохо отдохнул там, где ночевал себе же. 49,60 на 50 копеек дороже. Но здесь остановиться было бы. Ну вот я уже на трассе Кола и двигаюсь в сторону. Лучше проехать 13 километров в спокойной обстановке. Мурманска. По возможности я буду оригинальное аудио из салона автомобиля сохранять, потому что в основном там говорю по существу. В принципе, можно было и до Беломорска ехать. Так, теперь, потому что лег. Что нас окружает? Спать. Это часов, наверное, 8 вечера. Пока перебросил, пока поужинал. Пищу принимаю один раз в день. Вечером. Вот такой у меня режим. Такой у меня график. Один раз сутки перед сном. Ну как перед сном? Я специально сначала поужинал, потом стал перебрасывать видео. Вот эти там 2-3 часа, они как раз как рекомендуют за 2 часа перед сном. Днем пью только чай или кофе. Напоминаю, через часов 5 движения нужно будет остановиться на легкую разминку. Спрашивал у местных жителей, что означают эти пирамидки. Не знаю.
никто ничего не знает. Интересное время живем. Ну, я смотрю на карту. Курсор приближается к границе Игейского сельского поселения. И Попов Порожское сельское поселение. В общем, вот в этом месте пересекли границу этих двух поселений. На карте больше пока ничего примечательного не вижу. Вот сейчас будет развязка на автомобильной грунтовой дороге. Чайник, куда они ведут? Подожди, я тебя отключу, это уже извини, блин. Я радар детектором. Чтоб не раздражало. Ну вот. Покажу как-нибудь на привале. Если бы сейчас повернул вот направо, вернулся опять в Сигежу. Имеется в автомобиле при поездке на такие расстояния. Вот у меня и чайник есть. И этот, ну, наше отечественное производство. И на Алиэкспрессе тоже взял. Ну, давно это все было. У меня было два кипятильника. Один дал друзьям. Дорогу. Они его сожгли. Вот. И купили мне взамен чайник. Я говорю, зачем? У меня есть. Вот. Но все равно теперь еще два. И, значит, на Алиэкспрессе брал тоже вот китайский. Хорошая вещь. Вот. Там устанавливаешь температуру. До скольки градусов нагреть. Я устанавливаю 70, не более. Потому что более горячее обжигаешься, когда пьешь. 70 градусов самое то. Нагревается он примерно минут за 10. Пока перекуришь, пока разомнешься, кофе готов. Кофе, значит, готовлю дома сухой, это растворимый кофе, смешиваю с сахаром. Сейчас приближаюсь. И в дорогу беру уже банку кофе с сахаром смешанное, перемешанное. Остается только ложку кофе высыпать в кружку и залить водой. Ну вот правый поворот на грунтовую дорогу, она ведет Килиндозеро. Килиндозеро. Вот правый поворот. Тут не указана маркировка этой дороги. Но ведет Килиндозеро. Впереди река Онда. Так, ну расход бензина упал до 8,8. Ну, когда будем переезжать, литра. Я об этом скажу. Средняя скорость с учетом стоянки 22 км в час показывает. Ну, это грязное, скажем так. Я не слышу ничего, там видишь. Грязные показатели. Слева и справа лесистая местность, болотистая, болото, леса. Ну,
на расстоянии примерно 3-5 километров озер не вижу. Вот приближаемся к мосту. Время через реку 7:36. Что-то я не понимаю, честно говоря. На смартфоне уже 8:00. Здесь 7:00. В общем, самый надежный вариант можно иметь механические часы. Вот мост через реку Онда. И смартфон. Смартфон, по всей вероятности, пристраивается под свой часовой пояс. Вот тут часовой пояс, где находишься. А механические часы будут показывать время домашнее. Неважно, из какого города. Трасса Кола. Мурманское шоссе. Р-21. Е-105. Но прошел дождь. Луж не наблюдаю. Дорога построена с умом. Вода не скапливается на проезжей части. Скатывается на обочину. Здесь дренажные рычки я видел. Каналы такие. Слева и справа дорога, в основном болото, болотистая местность. В скалах. Но уже не видно тех мощных сосен, хвойных леса, которые были на трассе. Сосны там по 20 с лишним метров. Все меньше и меньше ростом деревья. Высота растительности уменьшается. Конечно, было бы гораздо красочнее, если бы была облачная, от Кола, например, солнечная от погода. От Питера до сюда проехал, можете оценить состояние дороги. Где-то ведутся работы по ремонту дороги. Не очень далеко справа по ходу озеро Онигма. Онигма.
Но это больше похоже на разлившуюся реку, нежели на озеро. Ну, это просто к сведению. Надолго этот дождь? Как видите, дорога проходит через скальную... Предполагаемое место привала, ночевки, это Мурманск. Подверну там площадку. Место привала пока еще не выбрал. Ну, должен сказать, что по городу первоначально выбранная площадка оказалась очень неудачной. Хотя смотрел по Яндекс.Навигатору, там информация была более чем положительная об этой стоянке, об этом месте отдыха. Но что было на самом деле, вы увидите. Это поэтому был обыкновенный автотуристы, автопутешественники, двор среди многоэтажек. Обыкновенный такие двор. Поездки, Яндекс.Навигатор рекомендую. Там подберет вам и парковку, и заправку, все что угодно. Здорово помогает. Ну это я слишком самонадеянно сказал, конечно. Надо быть крайне внимательным, выбирая площадку для ночевки озера Гирилангин в Яндекс.Навигаторе. Растянулась влево и вправо. Ну вот это но здесь, к сожалению, остановиться нельзя, эти отбойники стоят, Энигма, чтобы остановиться и снять панораму. А фотоаппарат на видео. Но поверьте, красиво. Но кроме Яндекс.Навигатора у меня еще есть навигатор Maps.me, называется. Там скачиваешь все районы, и он работает автономно без интернета. Я его везу как резервный. На планшете. Я уже об этом говорил. Есть вот такой путешественник, специалист Маржаретто. Он рекомендовал использовать Map.me, вот буквально совсем недавно. Хотя я им пользовался Map.me навигаторе 80 уже много лет назад. На регистраторе 79-80. Но местность довольно пустынная, я вот смотрю на карту. Нет, печально. У меня плеер
Атакамовский. Потому что начинает играть музыка. Тут и картинку видно. И при размещении в Ютубе системный администратор начинает ругаться, там предупреждения, чужой контент и прочее, прочее, прочее. Поэтому аудиодорожку приходится или удалять, если там есть музыка, или же не включать музыку во время движения. Ну так вот, Data Camp Player, половина экрана у меня картинка, 90, я иду 80. Я вот наблюдаю движение автомобиля. Он идет, наверное, и вторая часть, это карта. Это карта, по которой курсор передвигается по местности. Никаких населенных пунктов близко я пока не вижу. Но карта несколько устаревшая, старая, вот поэтому некоторых населенных пунктов, некоторые населенные пункты на нее не нанесены. Поэтому можете, увидев дорожный знак, остановить видео и прочитать, что там написано. Остановиться на короткий отдых, чтобы размяться, заварить кофе. Рассчитываю у Стеллы полярный круг. Граница полярного круга. О, запой какой. Грязи водяной. Грязи водяная завеса. Двигаюсь в режиме круиз-контроль. Электроника отслеживает скорость. На ночь останавливался. Это кажется. Это кажется, что перекресток. Но сейчас будет правый поворот. Поворот только направо, с левой стороны ветровку. 15-20 дорога, затем она заканчивается асфальт. Такой тупичок. Был правый поворот 86К-308 дорога. Куда она ведет, не знаю. Озера, слишком озера, далеко от трассы. Видеорегистратора не видно. А, она ведет к поселению вот, Верхней. Боковое окно. Не знаю, может быть, переставлю видеорегистратор с заднего стекла на боковое. Ну, мешать будет, блин. Мешать обзору. Да, хотел леденцы взять на заправке, забыл, блин. Сами веселее ехать. Через несколько минут будет расход упал эстакада через железную дорогу. Значит, на развязке левый поворот будет
А-137, Кола-Тикша, Ледморе, Костомукша и Госграница. Это чуть подальше. На развязке, если уйти налево, то это будет А-137. Ну, будем подъезжать к этому месту, я напомню об этом. Мурманска показывает 649 километров. Кстати, если будете двигаться ночью, нужно быть предельно внимательным, потому что дикие животные, хоть знаки не стоят, но не попадались. Однажды лось вышел на дорогу, пришлось остановиться. Ну вот, приближаемся к развязке к этой. Костомукша. Наверное, при обработке видео буду использовать Википедию. Об этих городах. Впрочем, кому интересно, можете сами это сделать. Костомукшу откройте, посмотрите. Там более подробно, более интересно. Ну вот, правый поворот сейчас, это развязка на Тикшу, Ледморе, Костомукша и Граница. С правой стороны был поселок Качкама. Надувной матрас. Я, к сожалению, не прислушался к дельному совету. Думаю, на надувном матрасе было бы гораздо комфортнее спать. Но потом купил, в конце концов. Думаю, на надувном матрасе было бы гораздо комфортнее спать. Нет, спал-то спокойно, отдыхал нормально.